Чтобы почиститься, в оазис приплывают также акулы молодые. Саша, а где у Лёвы глазки? Найди у Лёвы глазки. Где глазки у Лёвушки? А? У Лёвушки где глазки? Ну, покажи, где глазки. Не получается, да? Здесь же они и размножаются. Кочевники, наоборот, должны отправиться в путь, чтобы произвести потомство. Черепахи проплыли тысячи километров. Добираясь со всех концов света, они нашли свой путь к рифу, куда они приплыли для спаривания. А где глазки? Покажи глазки у Лёвушки. Где глазки? Ты зачем его кусаешь? Саша, где глазки-то? Покажи. Где глазки у Лёвы? Где глазки? Ты за что Лёву-то бьёшь?